это значит? При проводке судов в очень таких тяжелых, плотных льдах, то иногда используют буксировку вплотную. То есть каким образом? Нос буксируемого корабля с помощью усов, то есть таких стальных тросов, подтягивают к этому вырезу кормовому. И как бы корабль, он, судно, оно просто в этот вырез попадает. И так его фиксируют. Конечно, это не очень удобно, если вдруг впереди достаточно извилистые или крутые повороты, но при прохождении в таком достаточно ровном режиме, то этот корабль, который там уже находится, он помогает самому ледоколу каким образом? С помощью своей мощности он как бы подталкивает его еще и вперед. И тем самым ледокол может преодолеть действительно очень сжатый лед. Вот почему эта буксировка вот так вплотную используется вот в таких тяжелых условиях. Поэтому не только он является, проводит суда, то есть которые караваном идут за ним, но еще он может их втягивать, вот как я уже сказала, вот в этот вырез, тем самым преодолевая достаточно тяжелые ледовые условия.